Актер и музыкант, основатель рок-группы «Звук ему» Петр Мамонов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила его жена Ольга Мамонова. Шестые сутки он находится в коммунарке. Вчера, 1 июля, вечером его подключили к ИВЛ. А на сегодняшний день состояние оценивается как крайне тяжелое, рассказала она. Накануне госпожа Мамонова рассказала, что ее муж госпитализирован с коронавирусом и находится в реанимации. Музыкант в апреле отметил свой 70-летний юбилей. В августе 2019 года музыканта госпитализировали с инфарктом миокарда. Он перенес операцию на сердце. Петр Мамонов – советский и российский рок-музыкант, актер и поэт, основатель и лидер музыкальной группы «Звук ему». Он также известен своими ролями в фильмах «Игла», «Остров», «Царь», «Шапито-шоу».